Ну, короче, смотри, вот капкан, вот ты его когда ставишь, да, у тебя есть анимация, он там дрыгает руками, он его выставляет. Вот он поставил, да? То есть эту анимацию видишь и ты, видят все твои союзники, видят противники. Сейчас нет никакой анимации. Просто подошел на 0,1 секунду, встал на месте, да, и положил капкан. Можно сделать это, чтобы было вообще на ходу. Все. Вот я поставил кап, я пошел дальше. Таким образом, вот, допустим, перед тобой противник, ты отходишь, ставишь здесь кап и пошел, просто стоишь здесь, ждешь, пока он в кап встанет. То есть это делается, да, и с магами, и с ЧК. Вот. Главное просто это, допустим, ну, смотри, вот как бы сказать. Допустим, вот мы стартанули здесь, да, а там на краю локи стартанули 2 ЧК. Вот ты подходишь сюда, просто стоишь, капкан не ставишь, не надо. Потом начинаешь отходить по пути, ставишь кап, заходишь вот здесь. Они увидели, да, допустим, что ты кап здесь стоял. Капкан ты не ставил, анимации не было. Вот. Но на всякий случай, да, они могут обойти вот так. Начинают обходить, и тут встают в кап, о котором вообще не знали никак. Все.